Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. And I feel uncomfortable and always have owning it from time to time. Британский инвестор Джереми Грентом предсказал США новый экономический кризис, который превзойдет Великую депрессию. Свой прогноз миллиардер озвучил в недавнем интервью CNBC. Грентом рассказал, что на фондовом рынке образовался даже более безумный пузырь, чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул. Этот период характеризуется сокращением ВВП и падением уровня промышленного производства на 40%. Тогда уровень безработицы достигал 25%. «Этот пузырь крупнее, чем когда-либо», — подытожил Грентом. По его словам, рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, но обрушение неизбежно. Далее Грентом затянул старую песню о главном. «Если мы не решим экологические проблемы, наше общество в том виде, в каком мы его знаем, начнет рушиться. Погода катится к черту, все начинают осознавать опасность изменения климата. Озеленение экономики, декарбонизация всей промышленной системы – это самая большая проблема, с которой мы когда-либо сталкивались», – заключил миллиардер. Джереми Грентом – один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее он успешно выявлял пузыри на рынке, но некоторые аналитики считают Грентома излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг. Больше 90 лет назад, 24 октября 1929 года, на Нью-Йоркской фондовой бирже разразилась паника. Инвесторы бросились массово распродавать акции и облигации. День вошел в историю как «Черный четверг». За ним последовали «Черный понедельник» и «Черный вторник». За два дня индустриальный индекс Dow Jones упал на 20%. А за следующую неделю рынок потерял примерно 40% стоимости. Этот биржевой крах ознаменовал начало Великой депрессии. 20-е годы, хотя и подкосили сельское хозяйство и военно-промышленный комплекс, в целом для страны стали временем небывалого экономического роста и становления общества потребления. Реальный ВВП увеличился, средний доход вырос, а безработица была ниже 4%. Соединенные Штаты производили почти половину всей мировой продукции. Возросший уровень жизни привел к бурному развитию фондового рынка. Уолл-стрит стал символом американской экономики. Ценными бумагами торговали не только профессиональные игроки, но и простые американцы. Число брокерских офисов, которые работали с индивидуальными инвесторами, выросло с 706 в 1925 году до 1658 в 1929. При этом активно развивалась маржинальная торговля, когда игроки брали у брокеров займы в объемах, сильно превышающих их собственные средства. Президент Гувер позднее назвал этот период оргией безумной спекуляции. Историк Дэвид Кеннеди писал, что в 1929 году банки оказались в необычной ситуации. Они занимали больше денег фондовому рынку и рынку недвижимости, чем коммерческим предприятиям. Кстати, в похожей ситуации экономика оказалась перед началом кризиса 2008 года. Крах фондового рынка в октябре 1929 года не был причиной Великой депрессии, но стал поворотным событием и усилил уже имевшиеся макроэкономические предпосылки. А вызванная им неопределенность усугубила дальнейший кризис. Вопрос о точных причинах до сих пор остается дискуссионным. Представители разных экономических школ и течений предлагают разные объяснения. Сторонники одних видят проблему в нехватке денежной массы, но в то время валюты были привязаны к золотому стандарту, то есть страны могли выпускать столько денег, сколько им позволяли запасы золота. Это помогало ограничивать инфляцию. Но с ростом производства выпуск новых товаров оказался просто не обеспечен нужным объемом средств обмена. Другие экономисты, в свою очередь, винят неправильную политику Федрезерва. Символами Великой депрессии стали трущобы, где жили потерявшие работу и жилье американцы. А по-настоящему великой рецессию сделала массовая безработица. В Америке прокатилась волна самоубийств. Доходило до того, что сотрудники отелей, заселяя новых постояльцев, спрашивали их, собираются ли они переночевать или покончить с собой. Одними из немногих, кому Великая депрессия пошла на пользу, стали игровая и киноиндустрия. Люди мечтали уйти от проблем, популярность получила настольная игра «Монополия», а сборы кинотеатров ставили рекорды. В начале 30-х около 75 миллионов человек еженедельно ходили в кино. Тогда же у ведущих студий появилась мода на хэппи-энд. Во время Великой депрессии были возведены некоторые знаковые объекты. Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, Empire State Building в Нью-Йорке.
Слабость банковской системы осенью 1930 года привела к панической волне банкротств, хотя ФРС существовало уже с 1913 года. К 30-м годам большинство банков в стране оставались небольшими самостоятельными предприятиями, которые рассчитывали только на себя. То есть, когда на волне паники вкладчики стали массово забирать деньги, у многих организаций просто не оказалось достаточно средств для выплат, и они прекратили существование. Правда, администрация Гувера все-таки пыталась помочь несостоятельным организациям государственными займами. Идея была в том, чтобы они кредитовали предприятия, которые бы смогли вернуть на работу уволенных сотрудников. Кроме того, сразу после обвала Гувер сократил налоги, стремясь стимулировать экономику. Добился соглашения между руководителями предприятий и профсоюзов о поддержании зарплаты и предотвращении забастовок. Несмотря на эти усилия, к концу 1931 года экономический спад только ускорился, поэтому Гувер увеличил федеральные расходы и субсидии штатам, либерализовал кредитную экспансию ФРС, создал специальные банки для поддержки фермеров и домовладельцев. В 1933 году на посту президента Гувера сменил Франклин Рузвельт. Он тут же на 4 дня закрыл все банки, чтобы Конгресс мог принять реформу и после открыть только те из них, которые власти сочтут надежными. Первые 100 дней его президентства вообще ознаменовались активной законотворческой деятельностью. Его администрация приняла законы, направленные на стабилизацию промышленного и сельскохозяйственного производства, создание рабочих мест и стимулирование восстановления и реформирования финансовой системы. Главным в борьбе с Великой депрессией стал новый курс. Кроме того, после отмены золотого стандарта, первой на это пошла Англия, Федрезерв получил возможность эмитировать больше денег. Первые признаки восстановления экономика начала демонстрировать в 1933 году и понемногу стабилизировалась следующие 3 года. Но в 1937 произошел новый сильный спад. Окончательно экономика оправилась только после Второй мировой войны. Ну что ж, настал черед рассказа о развлечениях в Великую депрессию. В 1935-м Уолт Дисней получил от Лиги наций медаль за создание персонажа, ставшего символом абсолютной доброй воли. Микки Маус был впервые представлен публике в 1928 году. С 1929 года производство мультфильмов о нем было поставлено на поток. За следующие 10 лет их выйдет более 100. В 1931 году Микки Маус был впервые номинирован на «Оскар», а в 1932-м получил почетного «Оскара» без всяких номинаций. Его обожали настолько, что вписывали в избирательные бюллетени в качестве альтернативного кандидата. Микки стал настоящим героем эпохи. Он не только отвлекал людей от суровых реалий Великой депрессии, но и буквально обеспечил многим из них возможность свести концы с концами. Микки Маус был предметом культа. Спросом пользовались не только мультфильмы с его участием, но и вообще любые товары. Фонографы, радиоприемники, наручные часы, расчески, сумки, портфели, мыло и конфеты, игральные карты и карандаши. Незадолго до начала Великой депрессии на одной из крупнейших студий Голливуда, Fox Film Corporation, обрушилась череда катастроф. Сначала сорвалась сделка, которая позволила бы слить студию с Metro-Goldwyn-Mayer. Ее заблокировала антимонопольная служба. Основатель студии Уильям Фокс пытался оспорить решение в суде, но летом 1929 года он попал в автокатастрофу и восстановился только осенью, как раз к обвалу фондового рынка. Большая часть его капитала была потеряна, студия разваливалась. И в 1930-м акционеры отстранили Фокса от дел, а вместо него позвали Стивена Кента. Уже в 1935-м он организовал слияние, результатом которого стало образование киностудии «20 век Фокс». Впрочем, едва ли не в большей степени спасение киностудии было заслугой не нового управляющего, а маленькой девочки. Ею была Ширли Темпл. I've thrown away my toys, even my drum and trains. I want to make some noise. Популярность Ширли, в 6 лет получившей специальную премию «Оскар», не все встречали с восторгом. Грэм Грин обвинял Голливуд в сексуализации детства. Его поддерживал Сальвадор Дали, в 1939 году изобразивший ее в виде сфинкса на картине «Ширли Темпл» – самый юный, самый священный монстр в кино. Но для большинства Ширли Темпл была предметом обожания. Парикмахеры по всей стране завивали юным клиенткам локоны, как у Ширли, и сам президент выносил актрисе благодарность. Прекрасно, заявлял он, что всего за 15 центов каждый может пойти в кино, посмотреть на улыбающегося ребенка и забыть о своих бедах. Ширли Темпл была символом оптимизма, необходимого в период депрессии. Неудивительно, что с ее окончанием завершилась и слава Темпл. Несмотря на то, что она продолжала сниматься в 40-х,
взрослой Ширли ни разу не удалось повторить успех Ширли ребенка. И в 21 год она завершила кинокарьеру. Супермен был ровесником нового курса Рузвельта. Джерри Сигел и Джо Шустер придумали его в 1933 году, но на протяжении 5 лет не могли найти для него издательство, пока в 1938 National Comics Publications не включили комикс о Супермене в свою антологию. Все действия Супермена подкреплял лозунг, с которым Рузвельт начинал новый курс. Действовать и действовать прямо сейчас. И еще об одном развлечении того времени. В 1930-м школьная преподавательница драмы и актерского мастерства Ирна Филлипс в поисках подработки пришла на чикагскую радиостанцию WGN. Ее взяли в качестве диктора рекламы на полставки. Простое зачитывание объявлений вскоре ей наскучило, и она стала писать сценарии для небольших рекламных скетчей. Все скетчи строились по одному образцу. Домохозяйки Сью и Ирен обсуждали политическую повестку, погоду и моющие средства фирмы, которая была главным спонсором шоу. Однообразный формат быстро утомил Ирну, и она предложила радиостанции сделать на его основе полноценный радиосериал. Так возникли нарисованные мечты, главные героини которых, матушка Мойнихан, не унывая и сыпля житейской мудростью, преодолевала тяготы Великой депрессии вместе со своей родней. Новый сериал запустили 20 октября 1930 года, отдав ему самое непопулярное у рекламодателей и слушателей дневное время. Спустя год появился первый рекламодатель, компания по производству мясных полуфабрикатов, за ним подтянулись другие. Идея Ирны Филлипс начала приносить доход. Вскоре новый способ продвижения решили попробовать в Procter & Gamble. С началом кризиса их продажи стали стремительно падать. Хозяйки предпочитали экономить на стиральном порошке и мыле. В 1932 году Procter & Gamble запустили сериал «Семейка Падл». Еще через год мамашу Перкинс. Каждый выпуск шоу длился 15 минут, но за это время персонажи сериала умудрялись упомянуть стиральный порошок от 20 до 25 раз. После мамаши Перкинс Procter & Gamble запустили еще 9 сериалов для других своих моющих средств, тратя на них почти все выделенные на продвижение продуктов деньги. К примеру, компании последовали другие производители бытовой химии и гигиенических продуктов, а за прибыльным рекламным форматом закрепилось название «Soap Opera» – «Мыльная опера». К концу Великой депрессии радиостанции транслировали по меньшей мере 64 такие мыльные оперы, а слушали их 40 миллионов человек, то есть почти каждый третий американец. Было и другое развлечение в период Великой депрессии – танцевальные марафоны. Но о них в одном из следующих выпусков «Постскриптума». Это все к данному часу.